Препаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну, ми ж до цієї години будемо говорити про те, що на фронтах відбувається. З нами зараз на зв'язку є гість – це Роман Цвітан, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу Збройних сил України. Пане Романе, вам вітання і слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! Аналітики Американського інституту вивчення війни підрахували, що станом на сьогодні росіянам вдалося захопити 65% міста Бахмут. І бойові дії, як вони кажуть, уже наближаються до центру. Ми бачимо, в принципі, що кожен метр окупації цього міста дається росіянам велетенськими просто втратами. Вони витрачають дійсно сотні людей, якщо в загальному, то Пентагон ще місяць тому заявляв про 30 тисяч втрачених російських військових тільки під Бахмутом. Вони не розглядають варіанту відступати від нього взагалі? Вони ж, очевидно, розуміють, що тактика, ну, доволі така болісна для них, якщо можна її так назвати. Росіяни не вважаються з потерями живої сили, тому будуть рухатися в Бахмуті, на Бахмуті, вокруг Бахмута до останнього росіянина, який може бути навіть пригожен, вже коли повністю скочиться його ворога. Где-то две трети Бахмута россияне сейчас контролируют, вернее, не контролируют, там нет наших войск, а мы уничтожаем россиян на этой территории. Это в основном частный сектор и часть завода АЗЦМ, это так называемый Артемовский завод по обработке цветных металлов, это северная часть города. Россияне отброшены были из-под Хромового. Основная большая проблема у нас это когда они выходят на Хромово, это с севера, северо-западнее Бахмута. Хромово это как раз один из такой ключик, ключ для контроля наших дорог в Бахмут и обратно, логистических определенных цепочек. Поэтому была проведена определенная операция, отбросили россиян именно в районе Хромово, но вопрос по части третьей Бахмута, которую мы сейчас удерживаем, он решается с помощью в основном тех сил, средств поражения, которые у нас есть, и в основном это из района Часов-Яра, то есть наши войска в Бахмуте удерживают вот эти рубежи, это центр города, трасса с Константиновки на город, там часть левого берега реки Бахмутки и АЗЦМ. Максимально уничтожаем. Первая задача любой армии – уничтожение армии противника. Сейчас вот эти две трети Бахмута – это такой полигон по уничтожению российских войск. Очень хорошо его видно, Бахмут как на ладони у Часов-Ярского гарнизона в низине получается. Потому артиллерия Часов-Ярская работает по вот этим двух третям Бахмута, уничтожая российские войска в городе. Ситуация тяжелая для наших войск, но она не тяжелее, чем была неделю, две недели, месяц назад. То есть это одна из самых горячих точек. Будем удерживать ровно столько, сколько будет нужно для как раз, опять же, выполнения первой задачи – уничтожения российских войск. Оце, до речі, дуже цікавий момент, тому що пишуть західні аналітики про те, що росіяни починають видихатися під Бахмутом, але сирський нещодавно заявив, що туди росіяни кинули найбільш боєздатні свої підрозділи. От чи змінюється від того якось ситуація, бо ж раніше ми всі спостерігали в новинах і читали про те, що Бахмут намагаються брати тільки вагнерівці, переважно ув'язнені, і їх використовують як гарматне м'ясо. Але з тим, що вони використовують досвідченіші підрозділи, або набагато досвідченіші, як каже сирський, я так розумію, тактика від того не змінилася, вони все одно виходять як гарматне м'ясо. А не може бути другої тактики по, допустимо, заходу в город. Любая армія, яка штурмуют город, городские постройки находятся в худшем состоянии, чем та армия, которая их обороняет. Каждый дом – это практически крепость. В любом состоянии, в каком бы доме ни находился, жилой дом – это крепость, которую очень сложно взять. И нет другого варианта, как тратить людской ресурс, что они делают. ОПГ Пригожина, которые почему-то себя именуют ЧВК «Вагнер», это организованная преступная группировка Пригожина, это старые 90-е, это их клеймо. Они сточились уже в районе Бахмута, там несколько тысяч человек полегло вот последнее, даже за последнее время, потому российские войска вынуждены были подтягивать туда линейные
части, в основном десантников, но эти уже десантники от тех десантников, которые были у россиян, которые должны были защищать Россию от внешнего врага, уже ничего не осталось. Остались только береты и список личного состава, по крайней мере, штатное расписание. Туда уже набраны в основном это мобилизованные, которые набраны были полгода назад, как-то обученные. Потому сказать, что это там какие-то элитные части, я бы не сказал. Это рядовые линейные части с определенным бэкграундом, не более того. Участвуют в них люди неопытные в смысле ведения боевых действий, потому их и используют в качестве пушечного мяса, вот, исходя из той же самой практики, как перед этим использовали и сточили ОПГ Пригожина. Их ждет та же участь, то есть движение такое же самое, те же малые мобильные группы, 10-15 человек, пытаются просочиться между, по улицам, между кварталами, как-то штурмовать дома, но они как раз и погибают в больших количествах. Там действительно сутки, как минимум, рота минусуется 200-ми, где-то еще рота, ну где-то до 100 человек, может быть, чуть больше 100 человек, 200-х, чуть больше 100 человек тяжело раненых, которые уже никогда не вернутся на поле боя без руки, без ноги, без глаз. То есть полбатальона как минимум отминусуется в районе Бахмута. Это, кстати, очень хороший показатель для выполнения задачи уничтожения российской армии. Если еще с десяток, если таких точек, допустим, будет, то за несколько месяцев ее просто не останется. Пане Романе, якщо поговоримо також і про штурми Авдіївки, от росіяни намагаються йти в лобові атаки, а при спробах оточити місто зазнають великих втрат. Це єдина тактика, яку вони можуть використати станом на сьогодні на тій ділянці? Ну, якраз продовження бахмутської історії. Та ж сама картина і в Авдіївці. Тобто, другого варіанту просто нет. Нет другого варіанту штурма міста, як заход в нього групп живой силы, так как в городских постройках любая техника является очень хорошей целью. Вот один птурщик с двумя, допустим, птурами, который засел на третьем-пятом этаже пятиэтажного дома, он дождется свой танк и обязательно его уничтожит. Таких может быть сотни человек, это до батальона только на одном участке, потому техника в город никогда не заходит. В город заходят штурмовые части, а это живая сила, и именно они попадают под удар. По Авдеевке пытались россияне со стороны Донецка через поля, там аэродром, вот этот ДАП, это как раз Донецкий аэропорт, это как раз место между Донецком и Авдеевкой. Вот они попытались двинуться танками, ну, также были уничтожены нашими высокоточным оружием и артиллерией, и птурами в том числе. Там примерно полегло танков и коробочек примерно столько же, как и под угледаром. Просто была другая тактика. Под угледаром они пошли по дорогам с твердым покрытием, по пристреленным, были уничтожены техника. А здесь попытались широкомасштабно наступать по полям, но были с такой же самой скорости уничтожены и с таким же качеством. То есть потеряли где-то до полка танков под Авдеевкой. А дальше у них опять остается та же картина. Попытаться зайти в город с помощью живой силы и авиации. Вот и под Бахмутом, и в районе Авдеевки они очень мощно используют авиацию. Мы ее, конечно, иногда, вот как сегодня ночью, отминусовываем, типа Су-24, который в районе Бахмута положили. В Авдеевке также, иногда даже на подходе, вот недавно Су-34 над Енакиевой, он подходил для сброса бомб, был уничтожен. То есть авиацию уничтожаем, но тем не менее они ее пользуются. То есть очень большое боевое поражение могут нанести артиллерии с помощью авиации. Ну а остальное остается живая сила. Ну а живую силу мы ее выкашиваем. Это Авдеевка, это вторая точка, это второй Бахмут как раз по уничтожению российских войск. Такой второй плацдарм, который они сами себе создали. Еще Мар'їнка в районе Донецка, ну и Кремінна, это в районе Луганска. Угу. Пане Романе, а от загалом, якщо говоримо за Авдіївку, чому останнім часом вони почали туди кидати стільки сил? Яка значимість Авдіївки от для фронту, якщо ми говоримо про цілі наших ворогів?
Донецк полуокружен. Донецк находится в полуокружении 9-й год. Мы остановились тогда еще по Минску-1, по Минску-2. Нам не дали зайти в Донецк. Я еще был тогда военным советником губернатора в 2014 году. То есть были определенные планы захода в Донецк и освобождения Донецка. Причем движение должно было начинаться с юга, с Марьинки, вдоль объездной дороги через Ларино на север, и с Авдеевки на юг, опять же вдоль этой объездной дороги. Объездная дорога вокруг Донецка, она идет вот от Смаринки до Авдеевки, отсекает Донецк от Макеевки, этой агломерации Донецко-Макеевской. И ширина довольно-таки увесистая, от нескольких сот метров до нескольких километров по ширине вокруг этой трассы. То есть двигаться можно несколькими бригадами одномоментно и отсечь Донецк. Они прекрасно это понимают. Остались эти гарнизоны в Марьинке. Наш гарнизон, так мы закрепились еще в 2014-2015 годах. И в Авдеевке. Потому россияне прекрасно понимают, как только возникнет такая необходимость, то эти клещи сомкнутся за Донецком, и весь гарнизон донецкий вместе со всем руководством так называемых ДНР, он будет просто окружен и уничтожен в самом городе. Потому и Марьинку, и Авдеевку они пытаются, наши гарнизоны, выдавить из этих плацдармов, выдавить хотя бы километров на 30 на запад за Карловское водохранилище. Там есть Карловское водохранилище, западнее Донецка. Вот эти 30 километров, для них это очень важно, чтобы там не находилась наша армейская артиллерия. Еще армейская арта достает, допустим, в Савдеевке. Армейская артиллерия украинская может контролировать все три города. Ясиноватую, которая рядом, Макеевку и Донецк. Естественно, и Марьинский гарнизон также может контролировать. То есть в радиусе 30 километров перекрываем эти три города. Потому для них очень важно отодвинуть, ну, естественно, Марьинку они взять не смогли, они ее просто уничтожили. То есть за последние несколько недель, месяцев они Марьинку срывали с лица земли, там уже остались такие развалины, не больше, не выше колена. Вот они примерно то же самое хотят сделать и с Авдеевкой в том числе. Но Авдеевка побольше, город Марьинки, находится на возвышенности, очень хороший укрепрайон, правильно выбранный тогда в свое время, еще в 2014-2015 годах, как укрепрайон. И он как раз и удерживается за счет возвышенности и за счет прикрытия с Карловки, Карловское водохранилище, западный берег, высокие стоят наши батареи, они достают до Авдеевки, прикрывают Авдеевку еще и с флангов. Потому они даже обойти Авдеевку не могут, так как выдвинуться за пределы города просто у них не получается для того, чтобы сомкнуть кольцо. Угу. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це не єдині такі гарячі ділянки нашого Велетенського фронту. Зараз є ще спроби росіян піти на Вугледар. І зараз вони збирають сили, щоб атакувати. В чому небезпека боїв у цьому місті? Вугледар росіянам треба для того, щоб зайти якраз і Авдіївському, і Мар'їнському гарнізону в тил. В тилу у Мар'їнки, Курахова, в Тулу, Авдіївки, Покровськ. Ось ці два міста, які на определенном расстоянии от боев находятся. Это тылы, и выйти на эти два города можно с юга, поднявшись через Угледар, сразу на Курахово войти в тыл Марьинки, и дальше на север, на Покровск, а это перерезать снабжение уже Авдеевскому гарнизону. Это вот как раз Покровск находится практически сразу за Карловским водохранилищем на запад. То есть вот это стратегическая задача, ну а дальше они планируют, конечно, идти дальше севернее, это на Доброполье. А Доброполье это уже тыл славянско-краматорской группировки. То есть вот эти три тыловых города, они пытаются с юга, ну по крайней мере будут пытаться с юга занять. А Угледар им мешает. То есть Угледар, кстати, так же, как и Авдеевка, на превышении находится, обойти его практически невозможно и взять его невозможно, так как превышение само по себе является уже, любая высотка, она давлеет над определенной местностью, подойти очень сложно, любой подход простреливается. Россияне однозначно будут пытаться это сделать, вот как только подсушит, я думаю, через пару недель они попытаются повторить эти походы, на которых было разбито 155-е, 40-е бригады морской пехоты Владивостокские, вернее уже Хайшенвейские.
согласно китайским картам. То есть будут повторять однозначно. Мы готовимся, мы понимаем эту стратегическую задачу россиян. Но удержим там хороший укрепрайон сам по себе. И Угледар, и река южнее Угледара, которая препятствует движению. И на этой реке определенная сеть таких зарыбленных мест с хорошей поймой. То есть, используя географические возможности этого края, они не пройдут. Опять же, полягут, это будет четвертая точка, четвертый, в общем, линии фронта, четвертый плацдарм для уничтожения России. Угу. Ну, якщо ми поговоримо про глобальні питання і трохи, до речі, про росіян також, нещодавно Ллойд Остін заявив, що Україна має дуже хороші шанси на успішний контрнаступ. З цим все зрозуміло, тому що ми віримо в ЗСУ, в наші сили оборони, і максимально їм сприяємо для того, щоб вони все зробили. Але одночасно із цим з'являються і повідомлення про росіян. То на Блумбергу вийде велетенська стаття про те, що вони 400 тисяч людей хочуть мобілізувати. Сьогодні на The Guardian вийшла стаття про те, що вони теоретично не можуть собі дозволити великі наступи. Як взагалі в них із шансами почати оцей великий наступ, про який вони говорили? Ну, де-факто ми знаємо, що він почався і вже триває станом на цю мить, але це зовсім не той великий наступ, який вони обіцяли, тому що на відміну від своїх попередніх маневрів, якщо можна їх так назвати, ці здійснюють на ділянці, ну там, плюс-мінус 250 кілометрів. Ну, росіяни самі не очікували, що у них нічого не вийде. Вони, вроді, як согласно всім формулам, нагнали 400 тисяч чоловік вдоль лінії фронту, перебросили определенное количество техники, боеприпасов, у них ничего не выходит. Карту высот просто не смотрели. Если вы посмотрели карту высот, они прекрасно увидели, что все рубежи обороны украинские, они на высотах, они прикрываются складками местности, рокадными дорогами, которые проходят там по десятку, наверное, рокадных дорог с Запорожского региона на Донецкий и обратно. И сама по себе местность в районе того же Донецкого и Луганского фронтов, она препятствует любому наступлению с востока на запад. Там, в принципе, сама природа препятствует этому движению, так как из-за силы Кориолиса по закону Бера все западные берега в северном полушарии рек в основном высотки намного выше восточных берегов. То есть эту орду останавливает сама природа, не только еще население и армия. То есть очень сложно наступать с востока на запад. Потому россияне везде уперлись, там, где не пытались наступать, они уперлись в эти правильно выбранные уже нашими войсками и нашими командирами рубежи обороны, сточились и откатились. Но, естественно, этот запал весь у них еще не закончился. Я здесь не согласен с некоторыми изданиями о том, что они выдохлись. Еще не выдохлись, еще не вступала в работу техника российская. У них она все-таки есть. Они ее накачали за несколько месяцев. Она стоит сейчас от дивизионного до армейского уровня в глубине от 50 до 100 километров от линии фронта. Не выходила, потому что погода зимой не было морозов, потому они не выводили технику. Сейчас еще идут дожди, тоже техника пока не пойдет. Но вот через пару недель, я думаю, они будут использовать. То есть это такой последний бросок попытаются сделать. Естественно, они не достигнут никакого результата, потому что опять же упрутся в те же самые превышения, в те же самые высоты, рубежи обороны. Мы просто больше уничтожим еще техники. То есть помимо того, что уничтожаем российскую живую силу, уничтожим технику. Это, кстати, большой плюс будет. А потом, наверное, пойдем уже в свои наступательные действия, может быть, на других даже участках фронта. Но вот это движение еще есть. Все-таки 400 тысяч человек на линии фронта, техники где-то тысяч на 40-50, то есть до полусотни тысяч человек у россиян еще осталось. Вот нам их еще придется уничтожать в ближайшее время. Зрозуміло, тримаємо кулаки, це те, щоб наші сили оборони робили це з якомога меншою шкодою для себе. Пане Романе, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку з нами був Роман Світан, це військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ.